Привет, подписюны! Сегодня вместе с вами мы смотрим новый ролик One Two, который, знаешь, вышел когда? Ночью. Вчера. Да, кстати, странно. Обычно они выкладывают сколько? Да. 12? 12 дня. Я не понял прикола. Взяли, выписали ночью. Может, какой-нибудь специальный выпуск должен быть? Ночной. Там, ночной. Такой ночью можно смотреть его или что. Короче, называется... Короче говоря, я купил деньги. Поехали. Короче говоря... Я купил деньги. Это было воскресенье. Я сначала не поняла, как можно купить деньги, а потом я поняла, ну, ты можешь купить, допустим, за там рубли, доллары, да, или евро, ты купил там, деньги. За то, ты купил деньги за деньги. Да. Без вопросов. Со своим привычным делом. Рылся в дурацких объявлениях о продаже всякой всячины. Тут продавали козу, тут набор напильников. Кто-то вообще продавал использованные батарейки. Капец, и кто вообще это покупает? Спустя пару часов мне доставили батарейки. Я красивенько расставил их на столе и продолжил листать коллекция, объявления. Типа, долго да. листал. И вдруг наткнулся на что-то очень интересное. Здесь продавали деньги. Да еще и так дешево. Ого. Миллион рублей стоил всего 300 рублей. А, нет, порылся другие. У себя в кошельке. Да я миллионер. Быстро скупил деньги. Через час мне привезли здоровую стопку купюр. Посмотрел водяные знаки. Все в порядке. Ага. На всякий проверил еще и земляные знаки. Они настоящие. В чем же тогда подвох? Я принялся их тратить. К моему великому удивлению, их принимали. Купив целую коробку рыболовных крючков. Они принимают, знаешь, такие, а потом, оказывается, вламываются менты, а потом, такие, фальшивомонетчик. Да, да. А ты еще убедился в этом окончательно. Офигеть, это вообще возможно? Что за лох продал мне лям за 300 рублей? Я перешел на его аккаунт. У него были десятки объявлений о продаже реальных денег за копейки. Лох. Я спросил у него, могу ли я приобрести еще 5 миллионов за 1500. Он ответил, что конечно могу. И тут я задумался. Вдруг это какая-то ловушка. Спросил, сколько обычно у него покупателей в день. Он ответил, что разместил объявление еще месяц назад, но я самый первый его покупатель. Очень странно. Оказалось, что никто не верит ему и поэтому не покупает. А я первый, кто проверил это и оказался счастливчиком. Уже через полчаса я раскладывал деньги. А может быть, это социальный эксперимент на доверчивость людей? Видишь, он типа разместил? Банкир. Все думают, да, ну, банкир какой-нибудь. Фигня какая-то. Это как, знаешь, проверка. Принц притворяется нищим, чтобы девушка, которая полюбит его не за деньги, он такой, все, я буду с тобой, это не меркантильное, знаешь, типа такого. На столе. Каждая купюра до единой была настоящей. Пора купить что-то реально ценное. А что, если на эти деньги закупить тех денег? Я написал этому чуваку и сказал, что мне нужно 20 миллиардов. Он сказал... Слушай, это есть такие штуки... где-то ВКонтакте или где там раньше голоса были такие, да? И получается, были такие люди, которые кидай мне там 3 голоса, я тебе сделаю 10, да. Там, если там еще что-то такое, ну, разные такие были видите, темы, да. это то же самое. Похоже на финансовую странную пирамиду. И люди велись, тоже, типа, думаешь, голоса ну, забирали, вот, а потом черный список кидали, да? Да. Естественно. Сказал без проблем. Я поехал забирать деньги, загрузил несколько огромных коробок с деньгами в машину и поехал домой. Стал думать, на что же я теперь их буду тратить. Купил заправку, сеть магазинов продуктов и ларек с сухариками. Теперь я могу всю жизнь вообще не работать. Спустя сутки понял, что по итогу ничего не поменялось. Я ведь до этого не особо работал. Точно. Мне нужно купить себе работу. Я выложил объявление о поиске работы. Купил 3 работы. 300 тысяч. Но никто из работодателей не соглашался. Видимо, они не поняли, что платить им буду я, а не наоборот. Проголодался. Пришел в свой магазин. По привычке купил самые дешевые сосиски и хлебушек. Воспользовался своей скидочной картой. Пришел домой. Понял, что что-то тупанул. Я ведь не ем такие сосиски. Загуглил, чем занимаются богатые люди. Оказалось, они занимаются кучей бизнесов, различными вкладами и благотворительностью. Позаймусь кучей бизнесов. Так, подожди, у него уже бизнеса куча есть. Он уже все 3 накупил каких-то. Надо куча, это мало. Различными вкладами. Спустя 12 часов я вышел на 12 место в списке Forbes. Пора покупать виллу и личную яхту. Но эти объявления явно какой-то развод. Вилла и яхта стоили всего 2 миллиарда. То ли дело миллион за 300 рублей. Купил яхту. Понял, что воды-то рядом и нет. Блин. Заказал 1000 водовозов и начал наливать воду перед домом. Соседи стали жаловаться. Купил новых соседей. Но и эти соседи тоже ругались. И я купил целый этаж. А затем уже и вовсе дом. 20 этажей и 543 квартиры теперь мои. Я уже не мог остановиться и покупал буквально все. Нереально, слово все купил. У меня оставалось еще просто нереально много денег. Нужно придумать какую-то просто сумасшедшую покупку. Точно! Я куплю землю. Не в смысле участок, а прям целую планету. Нанял юриста. Он сказал, что такое возможно. Но нужно еще 5 квадриллионов. Кто ему продал тогда деньги? Вот скажи мне. Он же получил, чтобы стать таким богатым, купил я деньги. Я думаю, в конце должна быть развязка какая-то уже, чтобы кто продавал деньги. Что реально ну, сделал. Да. Рублей. Не проблема. Я купил Теслу, Apple и Microsoft, а затем еще пару десятков компаний. Они приносили огромную прибыль. Через 4 недели накопил на свою самую главную покупку. На сайте оформил заказ на землю. Она к тому же 3D-модельку. Сделала скидки. Половину оплатил бонусами. И все. Она а кого моя. Он покупал? Эверест, Индия, Тюменская область и много... Это такая же странная тема, как, видимо, Степ на Луне участки продают, знаешь? Вот это все, или там какой-то купили участок на Луне, а потом у вас долетим на ракете, довезем ваш прах и похороним.
Что еще мое? Я владею всем миром. Радовался целый день. Плясал, пел и просто веселился. Но к вечеру стал понимать, что радости у меня значительно поубавилось. Спустя неделю я вовсе потерял вкус жизни. Чем мне теперь заниматься? Я купил все, что только было можно. Теперь я больше не испытывал никаких эмоций вообще. Зашел на сайт Ну как? Слушай, он же просто покупал. Есть попутешествуй. Ты же можешь все что угодно купить. А, смотри, сейчас идет на сайт, да. Чувак уже сбыл. Тоже у него была такая проблема. Ты что, видимо, еще... слишком много сделал денег, да, и тоже подался объявление «продам деньги». «Продам деньги», да. А типа как проклятие. Да, стопудово. Долго листал его. И в конце концов решил тоже продавать деньги, так как делать больше было... Вадим сейчас напишет комментарий, скажет: «Вы смотрели! Вы это невозможно было догадаться!» Я понял, раздел. Нечего. Кажется, теперь я действительно понял того чувака. Да. Только интересно, что изначально это был чувак. Я продаю деньги. Короче, ну, такой... до этого тоже был такой чувак, который попался на каком-то другом чуваке, а та... и она постоянно когда... такая делала круговая когда порука. Когда мы пойдемся такого чувака? Я не думаю, что мне так быстро надоест, серьезно, я обещаю. Мне не надоест, я думаю, что мне надоест. Кто-нибудь, продайте деньги. Слушай, я деньги... Ой, где деньги? Я в детстве мечтал. Что? Чтобы у тебя была целая комната денег? Мне там дали там 100 рублей или что-то. Блин, вот бы за эти 100 рублей купить там... чемодан денег себе. Так ты маленький мамкин бизнесмен был. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.